Николай Носов, милиционер. Больше всего на свете Алик боялся милиционеров. Его всегда дома милиционерами пугали. Не слушается, ему говорят: вот сейчас милиционер придет, нашалит снова, говорят, придется тебя в милицию отправить. Один раз Алик заблудился. Он даже сам не заметил, как это случилось. Он вышел гулять во двор, потом побежал на улицу, бегал, бегал и очутился в незнакомом месте. Тут он, конечно, стал плакать. Вокруг собрался народ, стали спрашивать: где ты живешь? А он и сам не знает. Кто-то сказал: надо его в милицию отправить, там найдут его адрес. Алик, как услышал про милицию, еще громче заплакал. Тут подошел милиционер. Он наклонился к Алику и спрашивает: тебя как зовут-то? Алик поднял голову, увидел милиционера и бегом от него. Только недалеко убежал. Его быстро поймали и держат, чтобы не забежал еще куда-нибудь. А он кричит: не хочу в милицию, не хочу, лучше я заблуженный буду. Ему говорят: нельзя так, чтобы заблуженным-то быть. А я и так как-нибудь найдусь. Ну как же ты найдешься? Ты так не найдешься. Тут милиционер снова подошел. Алик его увидел и такой крик поднял, что милиционер только рукой махнул, отошел и спрятался за ворота. Люди говорят: ну не кричи, ушел милиционер, видишь, нет его. Нет, не ушел, вот он за воротами, я его вижу. А милиционер кричит из-за ворот: граждане, узнайте хоть его фамилию, я в милицию позвоню по телефону. Одна женщина говорит Алику: вот у меня есть знакомый маленький мальчик, он никогда не заблудится, потому что свою фамилию знает. Я тоже знаю фамилию, говорит Алик. Ну, скажи. Кузнецов. А зовут Александр Иванович. Ишь ты, молодец, похвалила женщина. Ты, оказывается, все знаешь. Она подошла к милиционеру и сказала ему фамилию Алика. Милиционер позвонил по телефону в милицию, потом приходит и говорит: он совсем недалеко живет, на Песчаной. Кто может отвезти мальчугана домой, а то он меня почему-то боится. Давайте я отведу. Кажется, он уже ко мне немного привык, сказала женщина, которая узнала фамилию Алика. Она взяла Алика за руку и повела домой. А милиционер шел сзади. Алик успокоился, перестал плакать. Только он все время оглядывался на милиционера и спрашивал: зачем милиционер сзади идет? Ты не бойся его, это он для порядка. Видишь, ты не хотел сказать ему свою фамилию, а я сказала. Он позвонил в милицию, и там быстро нашли твой адрес, потому что в милиции все фамилии и адреса записаны. С тех пор Алик милиционеров уже не боялся, знает, что они для порядка.